Всем привет, это Warlord, вот я и дождался, на моем канале стало ровно 50 тысяч подписчиков, уже даже больше. Я очень этому рад, и весь год я стремился к этой цифре. Я старался радовать вас обзорами, большинство из которых были первые на русском языке. Конечно, я помню о своем обещании про конкурс в честь 50 тысяч подписчиков. Видео о конкурсе, о его правилах и о призах выйдет в начале сентября. Также спасибо вам большое за просмотр, благодаря им мне удается покупать некоторые наборы, как, например, этот. Перед вами «Нападение на ход» — эксклюзивный набор 2016 года «Лего Звездные войны». Очень крутой набор, в нем больше 2000 деталей, и его я очень хотел. Во-первых, потому что это мой любимый момент в фильме и в игре, мой любимый уровень Star Wars Battlefront, ну а во-вторых, потому что он смотрится очень классно. Перед распаковкой хотел бы я с вами посоветоваться о судьбе моего канала. Когда я только начинал создавать свой канал, я думал, на нем будет только обзоры Лего. Но сейчас я подумал и захотел с вами посоветоваться. Как вы помните, давненько на моем канале не выходили нерф, ну и еще я бы хотел сделать ряд вот таких видео, чтобы мой канал помимо Лего захватывал тему игрушек, коллекционных фигурок и настольных игр. Потому что, например, я увлекаюсь коллекционными карточными играми, они мне очень нравятся, так же как и Лего. Ну и, конечно, бластеры нерф. Я также коллекционирую складные ножи. Если захотите, я могу сделать обзор на свою коллекцию. Также я коллекционирую комиксы. Если захотите, могу и их вам показать. Ну, я уже это говорил, повторю еще раз. Только от количества лайков зависит выход моих обзоров. Если лайков много и обзоров на наборы много, если лайков мало, как вы понимаете, тогда видео на моем канале меньше, ну и желание отпадает. В общем, ставьте лайки, если ждете новых обзоров на канале. Ну а сейчас распаковываем эту коробку. Давайте смотреть на коробку сзади. Давайте сначала на это изображение обратим внимание. Здесь есть генератор щита, спидер для штурмовика снежного, затем основная база на Хоте, снежный спидер, вампа и его пещера. Конечно же, вот такое вот их главное орудие, оно было в фильме и в игре, но название его я не помню. Если оно есть, напишите в комментариях. Ну и, конечно, линия обороны с несколькими орудиями. Также на этих изображениях можно посмотреть множество функций этого набора. Также показано то, как собирать вампу. Ну и на нижних изображениях разные модули, как стреляют из этого набора. Ну и, конечно же, вооружение сноуспидера. И в самом правом нижнем углу показано то, как разлетается генератор щита. Мне не терпится, конечно, открыть эту коробку. Что я сейчас и сделаю. Что ж, внутри у нас, как вы видите, много всего. Как вы видите, здесь нереальная гора пакетов, но это логично, ведь набор гигантский. Давайте разбираться и рассортируем это все по номерам, инструкцию найдем, ну и отдельные пакетики. Как вы видите, тут отдельно лежит часть скалы. Всего в этой большой коробке оказалось 18 пакетиков с деталями. Также два небольших пакетика для вампы и тонтона, затем две длинные пластины, наверное, для конструкции самой базы на Хоте, ну и две больших детали скалы, тоже для базы на Хоте. В общем, всего здесь очень много, осталось найти инструкцию. И инструкция, как я и люблю, в одной огромной книжке. Ну и также в комплекте здесь идут наклейки, которые, я думаю, будут смотреться на фоне всего набора хорошо. Очень хочу показать вам инструкцию, несмотря на то, что у меня есть наборы и побольше, вроде Звезды Смерти и Бэт-пещеры, эта инструкция гораздо лучше. Сейчас скажу тем, чем, во-первых, когда вы ее открываете, вы получаете доступ к красивому изображению этого набора, и здесь много текста на английском языке. Дизайнер Лего Йенс Фредериксон, именно он сделал этот набор, здесь даже есть его автограф и его фотография. Затем начинается история самой битвы на Хоте, здесь у нас, соответственно, их база повстанческая, разные орудия и разные фотографии. Здесь, например, показывают, как делают грим вампе в фильме «Звездные войны. Эпизод 5». Далее у нас, соответственно, еще одно изображение с этим дизайнером Лего, как он в руках держит сноуспидер, ну а рядом с ним весь этот набор. Картинка, момент из фильма, когда повстанцы готовились к отражению атаки имперской. Затем еще один дизайнер Лего, который помог осуществить идею создания этого набора. Зарисовка дроида-астромеханика этого набора, ну и, конечно же, сам набор на фоне пейзажей планеты Хот.
На сегодня у меня все. Пожелайте мне удачи в сборке. Как только видео наберет 1000 лайков, я начну снимать обзор на этот набор. Как вы понимаете, снимать его дольше, чем на обычные наборы. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там я буду выкладывать разные моменты сборки этого набора. Также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И вступайте в группу. Всем удачи и всем пока.